связали себя узами брака. 8 пар в Копейске поженились в день Святого Валентина. Свидетелями одной из регистраций стала наша съемочная группа. В этом году праздник всех влюбленных выпал на день официальной регистрации – пятницу. Этим и решили воспользоваться многие женихи и невесты. В Копейске 14 февраля связали свои судьбы узами гименея 8 пар. Некоторые ждали несколько месяцев, чтобы их регистрация прошла именно в этот день. Мы заявление подали за 3 месяца где-то, да, на эту дату. Думали, что будет много народу, и забили время и место. Мы хотели сыграть в этот день свадьбу. А как прекрасный день, мы очень любим друг друга. Да, и зимой мы тоже как бы хотели. Так как мы зимние. Свадебный бум 14 февраля сотрудники ЗАГСа объясняют тем, что молодожены верят в магию цифр. В отделе ЗАГС Копейского городского округа стала доброй традицией регистрировать свои браки в день Святого Валентина. Хоть это и не наш праздник, но он пользуется у нас в России большой популярностью. Я думаю, что популярность этого праздника растет в связи с тем, что молодежь наша считает, что браки, заключенные в этот день, будут более счастливыми, крепкими, и их романтические отношения продлятся, сохранятся на протяжении всей их жизни. Молодоженов, которые решили вступить в брак в такой необычный день, ждал приятный сюрприз. Сотрудники Копейского отдела ЗАГС по-особому украсили зал и сделали при содействии детской библиотеки и приглашенных гостей регистрацию брака еще более торжественной и праздничной. Влюбляйтесь, люди, в праздник всех влюбленных, ведь мир спасут лишь разум и любовь. Наши юные читатели сделали вам вот эту куклу, ваш оберег будущей вашей семьи. Все пары, которые зарегистрировали свои отношения 14 февраля, помимо официальных свидетельств, получили еще валентинки и небольшие подарки.